Не похоже на корейских. Нет, пожалуй, я думаю, мне пока что английского и корейского хватит для изучения. Кто не похож на корейский? Что не похоже на корейский? Мое звучание? Произношение? Если да, то да. Я только учусь, поэтому... Мне один человек сказал, если ты учишь язык, нельзя стесняться произносить. А внешность? Так я и не корейка. Кореянка, извините за корейку. Конечно, непослушная. А, похоже. Просто я, когда по-корейски было написано, мне переводится как они даже не похожи на корейских. Вот. Ну да. Ну да, у меня глаза это не широкие. Так, люблю я вот такого Вуду. А, не послушно, да. Туда. Ну да, у меня разрез глаз не сильно такой. Широкий. А ты корейский знаешь, или ты через переводчик мне там настрочил? Блин, как там тебя зовут? Или ты уже вышел? Блин, ладно. Обидно. Спасибо всем за подписку. Спасибо, кто подписывается. Так, продолжаем наши уроки. Корейскому. Иван, спасибо за лайки. Сейчас я вам что-нибудь прочитаю. Ну, просто записано. Пару слов. Все. Вот все. Ну или не будем мы этим заниматься. Потому что мне нужно немного времени. Я не думаю, чтобы подождать. И пока это все прочитаю. Он Карина. Каролина, блядь, Карина. Все. Мозги перестают работать. Запретный плод. Да, корейская, да. Так что из корейского языка я могу с вами поздороваться и сказать вам пока. Не, ну вообще, если сейчас я прочитаю все это, я хорошо, ты как? То я смогу сказать пару слов. Чем занимаешься? Запретный плод. Аньохасео. Аньохасео. Амсамида. Чусайо. Я. И все. Куда вещи собираешь? А он другой район. Да если б я жила там. Да такая одна из мечта такая побывать там. О, да? О, 73-я. Я, конечно, очень хотела там побывать. Надеюсь, в будущем я там побываю. Но сейчас у меня просто не позволяет
то, что у меня маленький ребенок, я не могу поехать туда. Да и денег дохуя, как бы тоже. Не, ну вообще на самом деле не так-то и много, но я думаю, чтобы там месяц пробыть, я думаю, там достаточно это денег надо. Вот. Поэтому... Ой, блин. Все, мои тетрадки падали. Могу еще посчитать на корейском. Я не знаю, я вообще, у меня то, что я хочу побывать в Корее, в Японии, в Китае, это у меня еще, наверное, с лет 15-16. Вот такое желание. Не знаю откуда, просто я смотрела как бы много всяких там фотографий, там всего этого, как там красиво, как там очень хочется посмотреть живую все это. Привет. Настюш, спасибо за лайки. Я тебе там палец не отвалился еще? Ну, надеюсь, в будущем я туда все равно попаду. О, привет, Коля. Ты был в Китае? Вау, классно. Блин, ну Китай это тоже очень классно, мне тоже очень нравится. Но я решила изучать из таких языков, из японского, корейского и китайского, корейский. Привет, потому что корейский язык. Привет, привет всем. У меня все хорошо, у тебя как? Вот, потому что я считаю, что... Ты да, вообще не только я считаю, а вообще такое описано, что корейский он самый легкий из таких языков. Ну, хангыль я почти выучила. Но мне все равно еще надо достаточно так времени. У меня все хорошо, спасибо, у тебя как? Достаточно так времени, чтобы прочитать, допустим, какое-то маленькое слово. Вот закрытые и открытые, я еще пока путаюсь в этом. Потом что еще? Допустим, сложные. Ну вот как, допустим, слово... Не, ну вот эти просто я знаю. Допустим, короче, вот когда идут двойные, когда слово типа... Вау, это классно. А сам вообще откуда? С Китая или откуда? Просто у тебя это... Тут ничего не написано. Просто по-русскому ты хорошо пишешь. Из России, вау, просто. Ты переехал в раннем возрасте, получается, в Китай? Что это очень, на самом деле, это классно. Но сейчас у меня классно. Это что такое, Урумчи? Это что такое? Я не знаю китайский. Ну, мне 22, а тебе? Ну вот, если я захочу учить китайский, я знаю, к кому обращаться. Ну, думаю, пока я корейский не выучу, навряд ли я перейду на другой язык, потому что я сейчас стараюсь учить английский и корейский, и тяжело.